На початку березня стало відомо, що Болгарію на Євробаченні 2017 у Києві представлятиме Крістіан Костов з піснею «Beautiful Mess». Композиція настільки сподобалася європейській публіці, що тепер хлопець перебуває серед головних фаворитів Євробачення 2017 на перемогу. Про очікування від прийдешнього конкурсу і говоритимемо з Крістіаном Котовим. Доброго ранку! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Перепросити наших глядачів, оскільки наш гість говорить російською мовою, ми теж перейдемо на російську, тому... Спасибо, благодарю. Я вроде понимаю, но все-таки еще не привык. Различия. Да, есть разница. На украинском языке что-то уже успели выучить, возможно? Если честно, не очень. Я понимаю, вот когда вы говорите, но говорить пока не научился. Добрый я ранок, уверен, что хост утро, меня научит чему-то. Доброе утро, добрый ранок. Добрий рано! Добрий ранок! Очень рад бути з вами. Спасибо за приглашення. Крістіан, хотіла б розпочати все ж таки з кліпу. Сначала кліп у нас, да. Хотімо показати нашим зрителям кліп сначала, тож увага на екран. Кліп Крістіана Котова до Євробачення 2017. When the world shakes us, trying to take us out of life. Fear of tomorrow, feelings we borrow for a time. Water so deep, how do we breathe, how do we climb? So we stay in this mess, this beautiful mess tonight. And we don't have a thing to lose, no matter what they say. Песня очень крутая такая, знаете. Спасибо большое, очень приятно. У нас буквально вот были финские гости из Финляндии. Песня была балладная такая. Это уже более как танцевальная. Blackbird песня у них, по-моему, называется. Одни из моих фаворитов, очень классные ребята. Вы один из фаворитов всего Евровидения. Как к этому относишься? Если честно, мы стараемся вообще всей командой не смотреть на рейтинги и на классации, потому что... Наверное, это единственное, что заставляет меня нервничать, и когда мне рассказали о том, что я в топ-5 и даже на втором месте на данный момент по букмекерским всяким там рейтингам, я такой, нет, пожалуйста, нет, когда очень много ожидают от тебя, становится... Мандражно. Мандражно, да, и очень страшно совершить какую-то глупую ошибку, которую никогда не совершал, поэтому я стараюсь об этом не думать и просто готовиться к выступлению, да. Крістіан, а каково оно быть самым молодым участником Евровидения? Очень забавно, весело и круто. На самом деле, я очень рад быть первым участником, который родился после 2000 года, потому что, да, я 2000 года, я самый молодой участник этого года, как вы сказали, и это останется в памяти Евробачения, потому что первый человек 21 века, и это очень... Это большая случайность, но это приятная случайность и большая ответственность. Да, показать, что 21 век все-таки дает. Да, но я считаю, что то, что я самый молодой, никак не помешает мне выступить на сцене достойно. Я считаю, что мы достаточно репетировали, и что все пройдет хорошо. А как пришла сама идея участвовать в Евровидении? Все произошло очень спонтанно. Я был в Москве, сдавал экзамены за 10 класс, потому что я за этот год сдаю 2 класса сразу, то есть экстерн. Много всего свалилось на голову, и мне позвонила моя продюсер из Virginia Records, болгарский лейбл, самый большой, Станислав Армутлиев ее зовут.
и говорит, что есть кое-что очень специальное для меня, и попросила приехать срочно в Софию. Я, конечно же, сразу прилетел, и когда я зашел в офис, она мне предложила участвовать в конкурсе в национальном отборе для Евровидения. Я сразу сказал нет. Я сказал нет, потому что я с детства смотрел этот конкурс, этот проект, и я дико испугался. Я сказал, о нет, боже, о господи, 200 миллионов человек или 300 сколько буду смотреть на меня. Я должен представлять свою страну один. Как я справлюсь ли я? Наверное, я не справлюсь, нет. Она взяла меня за руку и сказала, у меня для тебя одна песня. Нет, это потом. Но сначала она мне показала песню, и как только она мне показала песню, я сразу сказал, я участвую. Мне все равно, как я выступлю, я участвую, мне нужна эта песня. Я влюбился в песню с первых нот. Первоначальная версия была совсем другой, было просто пианино и просто голос. И песня была 4 минуты с чем-то, то есть нам пришлось ее сокращать для формата Евровидения, но я считаю, что она не утратила свой чар, и она... А как проходил конкурс в Болгарии? В Болгарии конкурс был закрыт. Если честно, я сам не знаю, как отбирали меня и всех. Я знаю, что отбирало телевидение, было больше 12 участников. И мне сказали, что в конце выбирали из 6. Меня выбрали вот на грани. Меня выбрали 13 марта, и это был почти конец отбора. То есть если еще вот пару дней, и Болгария бы выпала из конкурса. Вот и 15 марта у меня был день рождения, поэтому это был лучший подарок день рождения. Лучший подарок, конечно. По поводу выступления самого на Евровидении, что подготовили для украинцев, вообще для европейцев, для Европы? Может, можем сейчас рассказать какие-то секреты? Да, можем, потому что репетиция уже прошла, и многие видели кадры с репетицией, можете найти в интернете спокойно. Да, мы решили придерживаться более интимному подходу на сценографии, потому что... Мы решили, что песня достаточно сильная, и нам не нужны взрывы, бомбы, огонь, искры. Мы решили придерживаться голоса и интимности самого текста. На самом деле, да. Ведь так, в прошлом году Джамала буквально одна на сцене с взрывом за спиной, конечно, с прекрасным деревом. Она подорвала Европу. Очень, очень к месту. То есть это было в конце, это было развитие. Вот этот спуск, это называется эффект Саймона Каула, это создатель Britain Got Talent, X-Factor и так далее. Когда перед финалом песни это небольшой спуск, получается, и потом бум, взрыв, да. Она достойный победитель, я считаю, что это было самое эмоциональное выступление среди всех в прошлом году. Я болел за очень много разных стран, но я считаю, что Джамала была достойной победы. Я очень рад быть в Киеве. С Аторвальдом уже успели познакомиться с украинцами? Да, конечно. Вообще, успели познакомиться с участниками? Я познакомился почти со всеми. Я даже так и не вспомню, с кем я не знаком. Из 42 стран, очень много участников. Все, на удивление, очень добрые. Если честно, я ожидал, что это будет как конкурс, и мы будем все друг с другом соревноваться. Но нет, мы все стали одной большой семьей, и я очень рад быть частью этой... семьи Евробачения, и я... Вы с кем-то уже успели подружиться? Вот прям мы прям вот подружились с участником из Испании, из Дании, из Швеции, из Белоруссии. То есть очень-очень много позитивных участников, и все к этому относятся как к фестивалю скорее. То есть никто же не выбывает, в принципе, по большому счету. Да. Это, по идее, большой конкурс, большой, скажем так, несколько больших концертов для Европы. И это просто для нас как большой фестиваль, большой праздник, и мы все очень рады быть здесь. Как тебе вообще в Киеве? Как тебе люди? У нас не было так много времени погулять по городу, но все-таки оно было, хоть и немного. И я увидела Андреевский спуск, мы были на Майдане, мы были на Софийской площади. Много чего увидели, но также много предстоит увидеть. Я не ожидал, что Киев настолько красивый город. Когда я ехал сюда, я думал... Вот, блин, Киев, это же то же самое, что и Москва, и София в Болгарии, один и тот же менталитет. На самом деле нет. Город, правда, невероятно красивый, и, наверное, это, не знаю, лучшее место я не могу себе представить, где бы проходило Евровидение в этом году. Серьезно, я теперь беру свои слова назад, я очень рад быть в Киеве. Люди здесь прекрасные. Борщ прекрасный. Борщ. Это то, что должен попробовать абсолютно каждый, кто приезжает в Украину. Нам принесли борщ в качане капусты. Такого я еще никогда не видел. Это очень-очень вкусно. Если возвращаться все-таки к теме Евровидения, самого конкурса, ты победитель, участник X-Factor в Болгарии.
Болгарии. И ты можешь сравнить как-то отбор, нацотбор в Болгарии с X-фактором в Болгарии? Может, были какие-то общие моменты? И возможно ли вообще если сравнить два таких честно, проекта? Честно, мы в национальном отборе почти не участвовали. От нас требовалась презентация артиста, то бишь меня. И мы составили огромный-огромный план того, что мы предоставляем стране как лейбл, и что мы собираемся сделать на Евровидении, как сценографию, как все, как полный пакет. И отправили его. Спасибо моим менеджерам, что это все сделали, потому что я не самый организованный человек на этом. Это неудивительно, 17 лет. И да, в принципе, мы не участвовали в отборе как таковом. То есть мы отправили песню, отправили идеи на клип, отправили идеи для сцены и все. То есть дальше уже от нас ничего не зависело. А на X-Factor все зависело от меня и только от меня. То есть там был отбор первый, второй, потом перед жюри. Потом этот опыт студия. Поможет тебе в Евровидении? Мне кажется, да, потому что это невероятный опыт работы с камерами, с подготовкой, потому что у нас было по 3 дня на то, чтобы выучить песню. Да, и иногда было и по 2 дня. Конечный результат. Спасибо большое, что пришел к нам. Спасибо большое. Спасибо вам. Желаем тебе хорошо выступить. Голосуйте так за Кристиана Костова. Да. Желаем тебе очень хорошо выступить. Спасибо большое. Там молодой участник, не волнуется. Я думаю, что наши девушки, наши школьницы точно будут забирать родителей. Второй полуфинал. 11 мая, 15 номер. Загалом хочемо нагадати про участь в Євробаченні 2017 говорили з представником від Болгарії Кристіаном Костовим. Ось так швидко, неочікувано та весело. Майже промайнув робочий тиждень, і хоча б ваша п'ятниця ще попереду, я сподіваюся, вона проходитиме не менш жваво, ніж наша. Вже завтра кияни, гості столиці та і ми з Катою повернемося до режиму вихідного дня. Це означає, що прокидатися можна на годинку пізніше, оскільки наш ранковий ефір розпочнеться, увага, рівно о 8:00. І, звісно, маємо для вас цитату дня сьогодні від Льва Толстого. Кожна людина завжди повинна бути щасливою. Якщо щастя закінчується, дивіться, у чому ви помилилися. Не помиляйтеся, будьте щасливими. До завтра. Па-па.